Вчера Мариупольский государственный университет посетил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Суми Шигеки. Целью визита стало обсуждение с руководством вуза вопросов сотрудничества в области образования, науки и культуры. Ректор МГУ, профессор, почетный консул Республики Кипр в Мариуполе Константин Балабанов отметил, что визит Суми Шигеки, дипломата с почти 40-летним опытом работы в сфере международных отношений, это прекрасный шанс установить деловые контакты с передовым государством, являющимся одним из мировых лидеров в области науки и образования. Господин посол очень авторитетный, опытный и талантливый дипломат. Он имеет почти 40-летний стаж дипломатической работы. Работал во многих странах мира, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Ректор показал господину послу научно-образовательные и культурные центры университета и обсудил перспективы сотрудничества, в частности, по открытию на базе университета Центра японской культуры. Приятной неожиданностью стала встреча с послом Японии Суми Шигеки для студентов МГУ. Общение с молодежью длилось недолго, однако от этого оно не было менее продуктивным. Господин посол рассказал о конкретных проектах Японии, направленных на поддержку Украины и украинского народа, после чего ответил на вопросы аудитории. Студенты не растерялись и задавали вопросы как на английском, так и на японском языке. Интересовались опытом решения экологических проблем, возможностью пройти стажировку в стране восходящего солнца, отношением дипломата к национальной полиции. Посетив МГУ, посол Японии в Украине Суми Шигеки выразил готовность всесторонне содействовать развитию сотрудничества вуза с японскими университетами, научными и культурными учреждениями.